Ну, как оно? Заходи. Что закажешь? Спасибо, Клэр. На здоровье. Если что надо, зови. Моего друга стоило бы упомянуть в вашем имени. Ты про того большого с пучком на голове? Жаль, что с ним так вышло. Помнишь, что он просил ему смешать? Водку со льдом, сок лайма, имбирное пиво. Да, и капельку любви. Ну да. И называется коктейль... Джеки Уэллс. Правильно. Первый Джеки Уэллс за мой счет. Как бизнес? Надеюсь, процветает? Сама видишь, не жалуюсь. Людям частенько бывает надо выпить. Идут они за этим сюда. Как тебе работает в посмертии? Не жалуюсь. Драк тут почти не бывает, а если и бывает, то быстро заканчивается. Ага, с убийственным успехом. Это ты сказала, не я. Я бы чего-нибудь выпила. Тяжелый день? Да как всегда. Что будешь пить? Нет, все мои проблемы, эти заговоры, все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла из-за тебя. Не надо орать, повторяю еще раз. Научись сама решать свои проблемы. Знаешь, что есть? Иди нахуй! Не советую с ней связываться. Бестия, есть разговор. Все в порядке. Ты не из наших? Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори как есть. Это девица. Чего она выбесилась? Ее спроси. Наверное, рыдает где-нибудь тут, в углу. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера, Андерса Хельмана. Он работал на Арасаку. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дюшон, Джеки Уэллс, Типак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может, тебе просто не повезло? Узнаю, сучку. Спроси ее про Арасака Тауэр, как меня подстрелили у нее на глазах. Будем зачитывать некрологи? Серьезно? Окей, как скажешь. Джонни Сильверхенд погиб в Арасака Тауэр. Прямо у тебя на глазах. Мне продолжать? Или поговорим серьезно? У тебя железные яйца. Не каждую женщину они красят, но тебе даже идет. Но меня чувствами не проймешь.
чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь, выкладывай Эдди. Ага. Должно хватить. Угу. Приходи завтра, поговорим. Я к Бестии. Она меня ждет. Привет, это снова я. Что там с Хельманом? Два, пожалуйста. Освободи место. Садись. Надеюсь, ты его нашла. Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Этого я тоже давно не слышала. Бутылку оставь. Не стесняйся, можешь угощаться. Спасибо, я не пью. Что с тобой такое? Хорошее бухло. Тебе же хуже. Спасибо, Никс. Королева по смерти. Кто бы мог подумать. На, держи щепку. На ней много всего интересного. И она поможет? Знаешь, Бестия была та еще бесчувственная тварь, но она всегда доверяла чутью. По-моему, ты прошла ее проверку. Посмотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цянти. Это дочка Кантао, китайской корпы. Это кефиговый листок. Кантао проводит через нее разные деликатные операции. Понимаешь? Его готовят к переброске. Откуда ты знаешь? Имела дело с китайскими корпорациями. Это у них называется «фокус с голубем». Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев к Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно АВИ, поддержки с земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то VIP. Угадай, откуда перевозка? Из Цинти. Хельман. И это хорошие новости. Сейчас начнется. Это все засекреченная информация. Тебе всегда ее по первому чиху скидывают? Я знаю, где искать. И кому выкручивать руки. Я вообще не люблю тратить время. Особенно на глупые вопросы. А что за плохие новости? А плохие новости — их место высадки. Видишь, все это — воздушное пространство Найт-Сити. Ага. То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция. А здесь уже слишком близко к Кантау. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут — равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантао. Сегодня тебе везет. Мертвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать технику. Быстрее сдохнуть, чем засечь такое Ави. Я о нем слышала кое-что. Предыдущие модели летали во время войны. Эти мамонты очень быстрые. Из защиты у них все в порядке. Лезть к ним бессмысленно даже с хорошим оружием. Ничего не выйдет. Речь не про оружие, а про способы. Есть люди, которые их знают. Или, по крайней мере, умеют импровизировать. Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну. Панам Палмер. У нее терки со своим кланом.
но она настоящий кочевник и знает те места. Вот она тебе и поможет. У нее не будет выбора. У нее не будет выбора? Звучит не слишком обнадеживающе. Для нас обеих. Ну, за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин барин. Ви, тут что-то не так. Странно. Мне казалось, кочевникам нахер не упали ни города, ни их жители. Все зависит от клана, от их связей и от того, как дерьмово им живется. В целом, ты права. Альдекальда редко имеют дело с городскими. У панам другое мнение? Вот-вот. И не только об этом. Почему панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товары. А в последний раз все пошло не по плану. Она прокололась? Мягко говоря, провалила всю операцию. Потеряла товары, машину. Она сделает все, чтобы вернуть груз. Для нее это вопрос чести. Ладно, я могу ей помочь, но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Ты знала, но не сказала панам? Со мной тоже будешь играть в кошки-мышки? Моя работа – замечать расклады и использовать возможности. Допустим, я ей обо всем расскажу. Что она сделает? Конечно, схватится за ствол и начнет играть в святую месть. Финал немного предсказуем. Я огорчаюсь, когда хорошие исполнители дохнут по глупости. То есть я для нее единственный шанс, а она для меня. Две пешки на доске бестии. Ты быстро учишься для пешки. Эх, Ви. Окей, расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. Панам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Пойдем уже отсюда. Все ясно. Спасибо. Удачи. Слышь, работа нужна? Это какая? Дельца есть. Перевозка груза. Доставить кое-что из точки А в точку Б. Тихо и быстро. Сделаешь? Рассказывай. Все просто. Идешь на набережную Кабуки. Забираешь груз. Звонишь мне, а я тебе расскажу, как его доставить. Все четко. Угу. Кроме вопроса про бабло. Не переживай. Гонорар будет. Заграничный, растаможенный и без пошлин. Ни пошлин, ни подробностей? Именно. Да не боись. По деньгам не обижу. А дельце-то ерундовое. Берешься? Ну ладно, берусь. Вот и хорошо. Я знал, что мы договоримся. Двигай на набережную Кабуки. Там нужно найти холодильник с надписью «Будущего нет». Как найдешь, забирай, что в нем лежит. И звони мне. Я скажу, что дальше делать. Угу. Ну, до связи, видимо. Что закажешь? Сам! Подожди еще немного, пожалуйста! Риппер сейчас приедет! О, сука! Ну как так? Почему мы не поехали в клинику? Тут безопаснее, чем в клинике. Ох, сука! Скажи что-нибудь, Шам! Пожалуйста! В смысле ты не приедешь? Ты приедешь, блядь? Ты будешь тут через 5 минут, или я... Я не могу.
Опять... Я же сказала, что не интересует. Да, уверена? Нет, не передумаю. Есть для тебя непыльное дело? Надо обнулить одного человека, который вымогает деньги у честных тружеников. Его зовут Блейк, и он та еще сволочь. Про его методы почитай в письме и принимайся за работу. О, блядь! Досталось бедняге. Ну, живой. Ну-ка послушаем, что скажет Деннис. Ну, чем порадуешь? Нашелся груз? Мог бы и сказать, что твой груз — это человек. Был бы ящик бананов, поручил бы дело почтальону. Хорош ныть. Ну и кто он? Мексиканский посол. Тебе-то какая нахер разница? Я приготовил для тебя тачку. Клади парня в багажник и двигай на север. Координаты в навигаторе. Окей. И еще кое-что. Остерегайся тигров. У них на твоего нового спутника все локаторы настроены. Что ты сказал? Трубку бросил, урод. Ah!
Дело сделано. Я вижу. Молодец. Отличная работа. Ну как ты там, Харуюси? Денис, дать мне Надежда. Ну и что это за тип? Он тебе сам расскажет. Харуюси. В Японии нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Босс тигриных когтей нужен операция. Я делал операцию. А он умер. Тигриные когти стали злые. Я прятаться в лодке, плавать в Америку. Денис, меня спасай. Но вот тайна. Я убить босс тигриных когтей нарочно. Я хороший хирург, лучший. Я не ошибаться. Вообще-то о тиграх стоило бы предупредить заранее. Да ну, я ж знал, что ты и так справишься. И не ошибся, раз вы оба здесь. Это все очень трогательно, но как насчет за работу заплатить? Да, да, вот. Прими это в благодарность. Как говоришь, тебя зовут? Нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Ты вообще откуда взялся? Нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Клиент. Скажем так, умом парень не блещет. Нажил себе неприятности и теперь хочет скорее свалить из города. Подробности в письме. Ты Хван Бо? 그래. 근데 다들 날 치타라고 불러. 내가 또 치타처럼 존나 빠르거든. Как скажешь, гепард. Лишь бы тебе нравилось. Мне-то пофиг. Как ты сюда попал? 야, 차 타고 왔지. 걸어 왔겠냐? 이 근처에 주차해뒀어. Дай-ка я поведу. Думаешь, я слепая или глухая? Завали пасть. Так, долг зовет. Завали пасть, а то пуля летит. Oh!
이마가 찬스! 어그 크루시! 씨발, 어우, 존나 아슬아슬했는데 그래도 우리가 해냈어! 다 уж ты герой. 에이, 넌 별명 같은 거 없어? Нет. 참, 그럼 이참에 뭐라도 생각해놔. 라드나, мы на месте. Вылезай. 야, 잠깐만! 아, 근데 저 새끼를 믿어도 돼? 아, 너 가면 내 콩팥 떼가고 그러는 건 아니지? Реджи наняла их напрямую. И лично всех проверила. 알았어, 알았다고! 아, 내리면 되잖아! 그리고 모텔에서 도와줘서 고마웠어. добро пожаловать в реальный мир! Безупречная работа. Кван Бо говорит, тебя надо прозвать Бешеной Львицей. Видимо, он всем доволен. Сейчас закрою заказ и вышлю тебе твои деньги. Thank you.
Все время, блядь, что? Сделано, заказ выполнен.
Your only worry is getting stuck in traffic. Ви, посмотри письмо, которое я отправила. Там указан адрес. Тебя будет ждать Сергей Карасинский на автомобиле. Твоя задача — доставить его тигриным когтям. В смысле, авто, не Сергея. Все понятно? Надеюсь, что да. Я от Вакака. А, так ты мой спасательный круг. Меня зовут Сергей. Я Ви. О, ну тогда можешь назвать меня С. На гараже небольшой подарок для тигриных когтей. Чем ты насолил тигриным когтям? А, да так. Недоразумение вышло. Бывает. Да мужик был на вид вообще обычный. Бородка, коричневые ботиночки. Ну, ничего такого. Брестейкинг. Да еще с собакой этой, господи. Ну какой киллер станет везде таскать за собой собаку? И ты, по недоразумению, его застрелил. Да хуже. Честно говоря, гораздо хуже. Все, хватит ни к чему об этом болтать. Что, прямо так? А на вид ты не особо-то и напуган. Это потому, что я наконец вижу свет в конце туннеля. Осталось всего ничего и свобода. С какой стати ты уверен, что тигриные когти примут твой подарок? Да 100%! Уж поверь мне, я русский. Мы такие вещи хорошо чуем. Ты, главное, доставь его по адресу. Ну ладно, высылай координаты. Минутку. Я в гараж дверь открыл. Если что, она изнутри тоже открывается. Подарок — автомобиль? Не просто автомобиль, но... В общем, да. Ты подгони его по адресу, они там разберутся. Только смотри не накосячь. Я на тебя рассчитываю. Слава богу, ты не он. Выпусти меня быстрее, пока он не вернулся. Какой необычный подарок. Что? Что ты говоришь? Ну, ты вроде как мой подарок-сюрприз от некоего Сергея. В каком смысле подарок? Ну, вроде чертика из табакерки. Только табака мало, а кровищи много. А ты кто? Пушкин. Алекс Пушкин. Старший ассистент по контролю качества корпорации «Биотехника». Как старший ассистент по качеству связан с бандой «Тигриные когти»? Ты на них работаешь? Я же сказал, что не приму их предложение. Ах, все сложно. Вылезай, пока я не передумала. Я не знаю, что происходит, но... Спасибо тебе. Обещаю, ты не пожалеешь. Тебе же Вакака дала этот заказ. Я ей заплачу. Она ничего на этом не потеряет. И ты тоже. Я думала, ты последний человек, кого мог бы подкупить корпорат. Засунутый в багажник. Ты не перестаешь меня удивлять, Ви. С другой стороны, выигрывает тот, кто предлагает больше. О, я не о Сергее. Нет, к сожалению, вмешалась другая заинтересованная сторона. Кто знает, что с ним теперь будет.
Услуга за услугу, Ви. Услуга за услугу. Заказ закрыт. Убийственное задание. В прямом смысле. Заказчица пока в мире живет, но погибнет его очень скоро, если ты ее не спасешь.
Багбер заперта в сеть. Если она оттуда выйдет, тигриные когти тут же разорвут ее на клочки. Если она там останется, у нее рано или поздно сгорят синапсы. Вся надежда на тебя, Ви. Все подробности я указала в письме. Для тебя убийственное задание. В прямом смысле. Заказчица пока в мире живых, но покинет его очень скоро, если ты ее не спасешь. Вагбер заперта в сети. Если она оттуда выйдет, тигриные когти тут же разорвут ее на клочки. Если она там останется, у нее рано или поздно сгорят синапсы. Вся надежда на тебя, Ви. Все подробности я указала в письме. Я бы ее отключил и все дела. Сколько это может продолжаться и что это изменит?
если... Отличная работа, дорогуша. Как говорится, остаемся на связи. Заказ закрыт. Сообщается, что стоимость скульптур и ювелирных изделий, добытых в ходе нелегальных раскопок в Венеции, на данный момент составляет 1/3 ВВП по Дании. Большинство украденных произведений искусства вывезено на частные орбитальные станции, что затрудняет их возвращение.
И дальше на запад. Швейцария к 2080 году станет первым государством, которое полностью автоматизирует свою армию. Уже сейчас 90% швейцарских войск – киборгидроны и автоматизированный транспорт. Оставшиеся 10% – офицерский состав. Именно их обязанности примет на себя СВС-патч, являющийся полностью... Как говорится в официальном сообщении правительства, отныне мы действительно Ви, мы порылись на личном сервере Джодаро и узнали, кто поставлял ему людей для съемок. Знакомься, Джихён. Работорговец и эталонный кусок дерьма. Разберись с ним, пожалуйста. Детали в письме. Джихён мертв. А я-то думала, меня сегодня ничего уже не порадует. Замечательно. Закрываю этот заказ. Thank you.
Есть один дурачок, Алаис Дакен, даром что и озвученная. Сучонок обманул мое доверие и свинтил их в город. Ну и хер с ним. Меня интересует только информация с его компа, который он оставил в Найт-Сити. Глянь мое письмо, там написано, что делать. Подумай. Без хрома мы все одинаковые. Дырявые кожаные мешки. Хоть ты корпорат, хоть нет. Я была внизу. Хочешь поговорить об этом? Не знаю. Что ты там видела? Я туда не хожу и ничего не знаю. И вообще меня заставили. Я был заложником. Сказали, если я попытаюсь бежать, тоже буду на столе. Я прочла твою почту. И знаю все. Ну, может, я... Может, позволишь предложить скидку на все товары? Скидку? А я типа прикинусь, что не знаю, где ты берешь товар. Да, ага. И как ты себе в зеркале в глаза-то смотришь? Нет, иди ты нахер. Понимаю. Можешь подождать минутку? Хочу тебе кое-что показать. Куда ж...
Супер, Ви. Все, как я просила. Спасибо, заказ закрываю. Один из моих нетранеров не отвечает, хотя я ему приказала всегда оставаться со мной на связи. Скорее всего, что-то случилось. Он бы не посмел пойти против меня. Ознакомься с деталями и найди его. Он мне нужен. Thank you.